Славянский район богат природными и водными биоресурсами. К сожалению, не все жители и гости бережно относятся к дарам природы. Несмотря на запреты, продолжаются заниматься незаконной добычей рыбы и раков, что приводит к непоправимым последствиям для всей экосистемы района. Специалисты районной администрации, отдела по охране водных биоресурсов Министерства сельского хозяйства края, сотрудники полиции совместно со специалистами Государственной инспекции маломерных судов, МЧС и егерями общества охотников еженедельно проводят рейды по каналам и лиманам Славянского района. Результаты таких мероприятий – сотни изъятых рыболовных сетей и раколовок, установленных браконьерами. Из-за их незаконной деятельности страдает флора и фауна всего Приазовского заказника. Некоторые виды рыб находятся на грани исчезновения, а те, что некогда были массовыми, тоже сильно сократили популяцию. Заядлые рыбаки признаются, что водные биоресурсы сильно обеднели, и проводимые рейды против браконьеров просто жизненно необходимы. Мы сами с Крымска приезжаем сюда, любители порыбачить, половить. Ну, есть, конечно, места все это, ну и есть, что много браконьеров. Сетки, раколовки, все это. Ну, ребята тут занимаются, вот сейчас вот подъехали, поймали, это, трудятся. Один из последних рейдов по охране водных биоресурсов прошел по жестярской группе лиманов. Было изъято порядка 280 раколовок кустарного производства. Выпущено в естественную среду обитания 117 раков. Орудия незаконного лова арестованы и будут утилизированы согласно законодательству. Рейдовые мероприятия будут продолжены. Вопросы воспроизводства и охраны водных биоресурсов находятся на особом контроле районной администрации. На территории Славянского района действует межведомственный координационный совет по природным ресурсам и охране окружающей среды муниципального образования Славянский район. Членами совета разработан план мероприятий, направленный на обеспечение охраны водных биоресурсов, а также соблюдение природоохранного законодательства. За незаконный вылов рыбы и раков предусмотрены серьезные штрафы. Особо злостным браконьерам грозит уголовная ответственность. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».